Каширское шоссе недалеко от пересечения с Московской кольцевой автодорогой. До столицы нашей родины рукой подать. Здесь и возникла проблема, так досаждающая местным жителям. Вот эта мусорка, которая здесь, она уже здесь просто превратилась в свалку. Потому что каждый вечер, когда я еду домой, я вижу, как у нас приезжают здесь люди с ближайших магазинов, у которых должны быть договоры на вывоз мусора, и выкидывают вот здесь вот просто газелями вот весь хлам сюда, и это уже превратилось просто в стихийную свалку. Совместно с сотрудниками Госадмтехнадзора наша съемочная группа сидит в засаде. По словам местных жителей, долго нам ждать не придется, потому что сброс мусора здесь происходит регулярно и круглосуточно. Вот и первые нарушители. Блокируем их машину и пытаемся побеседовать. Надзор, с какой целью мусор выбросили сейчас? А? Мусор с какой целью выбросили? С какой целью? Да, мусор забирайте в машину обратно. Да. Мусорные пакеты нарушителям пришлось вновь положить в машину. Мотивация правонарушения удивляет. Мусор в неположенном месте. Там и это, случайно. Такая нелепая случайность влетит этим гражданам в копеечку. Административный кодекс на сантименты не разменивается. Административная ответственность на физических лиц за сброс мусора в неотведенных местах до 5000 рублей. На юридических лиц от 300 до 500 тысяч. У следующего нарушителя аргументы повесомее. Раньше здесь были контейнеры. И не беда, что их давно демонтировали и поставили запрещающий знак. А почему сбрасываете мусор в неположенном месте? Здесь была цельная свалка. Но сейчас же есть вывод там. Я ее не заметил, я с этой стороны подъехал. Следующий пойманный с поличным удивил еще больше. Сбросив мешки, он бурно возмущался образовавшемуся безобразию. Я мусор заметил, блин, я ребенку говорю, вот что творится, блин, огромная страна, он не даст меня обмануть, да? Огромная страна, блин, вот что здесь происходит? Если честно, я сам хотел смс-ку Life News. Да, но а если там... вам не нравится мусор, зачем вы сами еще усиливаетесь? Я не знаю, ну да, вот скажем, у меня мусор какой-то в пакетике, аккуратно вроде, да, вот что нужно просто взять и куда-то положить. А здесь смотрите, что все, что можно здесь... Можно найти. Ну, это достаточно не... парадоксально. Вам не нравится свалка, но вы сами сваливаете сюда мусор. Да, мне куда? Сейчас куда? Давайте не снимайте. Подобные спектакли народных лицедеев служба Госадмтехнадзора намерена закрыть. Для этого принимаются решительные меры. Мы проводим операцию засада как в выходные дни постоянно, так и в рабочие дни. То есть сотрудники отдела в данном месте дежурят практически постоянно. Вот. А к административной ответственности... Уже более 30 человек привлечено. Саму свалку решено ликвидировать в кратчайшие сроки, дабы не вызывать у граждан соблазна приступать закон. Будем ее убирать в течение сегодняшнего дня. Если мы сегодня не успеем, тогда мы продолжим работу либо ночью, либо завтра днем. А если опять навалит? Ну, будем дежурить, фотографировать автомобили, нарушителей и отправлять их в соответствующие органы. Илья Кремнев, Данил Свидерский, Ольга Садовская, «Видно ТВ».